Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И мы продолжаем играть сегодня вместе с вами в симулятор мороженого. И у нас вышло большущее обновление, вам игра очень сильно нравится, мне тоже. И еще одна крутая новость, что я нахожусь на 8-м месте мирового рейтинга по скупам. У меня 30 миллионов скупов, у меня 46 биллионов коинов, у меня 482 миллиона токенов, то есть я могу себе купить все, что захочу. У меня 46 биллионов, кстати, я здесь нахожусь, мост токены... Нет, коинов здесь слишком много в топе. Здесь нужно сделать много реберстов, чтобы было много коинов. Я реберстов много не делал, я просто фармился. Видите, на 8-м месте по скупам, это круто. В общем, что у нас добавили? У нас добавили новую хэллоуинскую зону, 8 новых питомцев, 8 новых конусов вот этих вот на спине, 5 новых цветов и добавили еще обе и прикольные штучки. В общем, ребят, мы сегодня с вами отправляемся в новую зону. Эти все обе мы уже прошли. А, кстати, ребята, мы у нас же еще добавили новые коды, которые мы тоже с вами введем немножечко позже. Вот она, хэллоуинская зона. Я так понимаю, что в нее можно зайти только с первого реберста. У меня реберстов хватает, у меня их 6, поэтому я могу спокойненько сюда зайти. Здесь очень красиво, здесь есть квесты. Квесты на обычные монеты, квесты на вот эти токены фиолетовые. Здесь можно собирать только, кстати, токены. И в чем прикол этой зоны, что вы можете кушать мороженое. Кстати, я еще потратил робуксы и купил себе вот эту вот штуку, геймпасс на Fast League за 300 робуксов, ребята. Поэтому обязательно поставьте прямо сейчас лайкусик. Кто сейчас смотрит, с вас лайк, подписочка, колокольчик, комментарий. А в общем, вот в этой вот куклы, если здесь продавать мороженое, то вы получаете вместо коинов вы получаете токены. Это очень круто, ребят, понимаете, смотрите. И, кстати, как я быстро облизываю мороженое, просто со скоростью света. Смотрите, я набираю эти скупы просто мгновенно и получаю сразу токены. 483 миллиона, 483,75. Моментально набираю, ребят. Поэтому мы сейчас с вами что сделаем? Кстати, в прошлом видео я обещал, если наберете 3000 лайков, мы с вами купим вот этого нового питомца. Но вы не набрали, поэтому мы не покупаем. Но я сильно не расстроился, я сохраню свои робоксы, но зато у нас добавили кучу крутых питомцев. И, кстати, кто раньше тратил робоксы на токены, тот очень сильно пожалел, потому что теперь токены можно получить просто бесплатно, облизывая мороженое, ребят. И давайте посмотрим, что у нас за новые цвета. Новый конус, вот такой, я не покупал еще его. Стоит он 53 миллиарда, я могу его купить? Я не могу даже его купить, 53 миллиарда, понимаете? Я могу вот такой купить за 3,27. Даже я его сейчас не могу купить. Ничего себе, понимаете, какие суммы? Вы понимаете, какие суммы нужно потратить? Я даже вот это не могу купить. На 750 тысяч мест. На самом деле, 20 тысяч мест тоже хватает. Давайте мы купим то, что мы можем с вами. Здесь можно еще 4 реберста. У меня пока что вот такой. То есть, такое я даже не могу купить. Мне даже не хватает. Мне нужно еще... В общем, нужно 100 биллионов сделать. Ничего себе, 100 биллионов стоит конус. Обалдеть. Так, давайте посмотрим, что у нас по цветам. По цветам у нас максимальный демонский. Я уже его разблокировал, потому что я прошел вот здесь обе. Вот это обе я прошел, сейчас покажу какой, ребят. Я застрял немножечко здесь, в этом месте. Так, давайте убираемся и отходим. Так, вот это обе я прошел, видите, полтергейст портал. Сложно обе, но я прошел для того, чтобы больше фармить. Просто поэтому. Здесь мы, кстати, можем продавать и получать коины. Но нам коины не нужны, ребята. Мы можем фармить вот это. Кстати, коины теперь нужны. Я думал, что они не нужны. Теперь нужно 100 биллионов собирать. Так, у нас пришло время кодов. Давайте мы с вами введем сейчас кодики. Заходим в раздел кодов и вводим первый код Spooky. Получаем 500 токенов. Теперь второй код Scary. Вводим, получаем еще 500 токенов. И, по идее, еще два рабочих кода. Это More Coins. Еще 500 коинов от обычных. И Frozen, ребята, 4 новых кода. Еще 200 коинов. Немножко, но все равно приятно. Кодики мы с вами били, реберста делать не хочу, потому что у меня слишком много потеряется всего, ребят. И, кстати, да, у нас добавили новых питомцев, которые мы с вами сейчас посмотрим. Есть вот эти были фризер. Некоторые тратили робоксы, чтобы купить вот такого питомца. Но добавили просто за токены. Теперь токены, как у нас, почти бесплатные. Можно купить максимально. Смотри, Джейсон есть, Гости, Памкин. Кстати, у меня сейчас такое я покупал, чтобы фармить, а юникорна оставил напоследок. Нужно 30 миллионов токенов, всего лишь там 30 миллионов токенов, и мы его с вами одеваем. Итак, ребята, где он? Где этот юникорнчик? Ой, какой он лопуська. По сколько я сейчас стоять? По 275. Ребят, по 275. Если я еще куплю за робоксы вот этого вот зверя, я, получается, сколько я буду, кстати? А, сейчас 25, а здесь 80. Получается, больше будет на 55. Это реально круто. Получается, я буду по 300 за раз. 325 даже будет, 330, ребята.
Я капец могу фармить, ребята. И если у вас есть желание, можете собирать вот эти токены по кругу, бегать, просто все здесь высобировать и продавать вот здесь. Так, давайте мы с вами пройдем обе. Почему бы и нет? Так, 500 Total Scorps. Легко. Заходим. Midnight портал. Я не знаю, получится у меня пройти или нет. У меня из-за моей скорости бега возникают проблемы, ребят. Если вы хотите проходить обе, лучше не берите скорость бега. Я еще сказал это вам в первом видосике. Потому что это реально напрягает. Приходится очень сильно выделываться, чтобы не упасть. Так, вот как-то вот так. Вот как-то вот так. Теперь вот эти штуки пройти. Боже, это такая проблема со скоростью бега. Я, скорее всего, ребят, просто-напросто не справлюсь. Я не справ... Фух, тихонько. Я справился, ура! Осталось самое сложное. Вот эти вот ступенечки. Так. Я, может быть, попробую перепрыгнуть. Может быть, перепрыгну все сразу, ребят. Давайте я вот здесь встану. Так. Вот эту ступеньку. И все сразу. Моя ошибка. Нет, я отсюда выхожу. Считаем, что я ее прошел. Кстати, ребята. Возможно, исправить ошибку. Знаете, чем? Я знаю, что вы поставите уже лайк. Уже поставили. Мы с вами, знаете, что делаем? Мы сейчас зайдем в геймпассы. И купим еще супер джамп. Я не знаю, что он дает. 150 робоксов для вас, ничего не жалко. Мы протестим. Я реально хочу затестить. А теперь я высоко прыгаю. Вот теперь мы с вами можем проходить обе, у которых были проблемы с прыжком. Заходим опять в Midnight. Мы сегодня должны с вами пройти все, что возможно. Так, у меня теперь высокий прыжок. А я могу вот сюда. Ух ты. Вот это. Ага. Дотронулся все-таки. Смотрите, я могу проходить обе теперь. Вот так. Так, теперь мне надо как-то вот допрыгнуть до вот этой. Ох ты, ёшки-кошки, ребят. Видели, как? И как сложно проходить с этими всякими бустами. Так, и сюда. Сюда. И сюда. Отлично. О, боже мой, что это было? Вы видели меня? Там пугач еще был какой-то. Так, мы эту штуку прошли. Следующий у нас слайм-портал за 1000 скорпов. Ну, погнали. Что у нас здесь... Ага, здесь нельзя наступать на вот эти вот всякие штуки. Да мы их с вами сейчас что сделаем? Да мы их просто перелетаем. А, здесь как-то очень странно расположены эти звери. Окей, мы тоже прошли. Конечно, да, с покупкой этих штук очень легко. Но я скажу в свое оправдание, знаете что? Если бы у меня не было бега, то я бы с легкостью проходил. Бег реально мешает. Но прыжок, скажем так, все выравнивает. Боже мой, оно еще горит здесь все. Так, я не допрыгнул. Здесь нужно попасть именно в кубик. А, здесь еще горящие какие-то вулканические штуки. Так. О, боже мой. Как их проходить-то? Что? Я могу их вообще перепрыгивать? А, здесь... Нет, пожалуйста, не надо. Ну, почему ты не попадаешь туда, куда нужно? Боже мой, корявый персонажик ты мой. Так. Ребят, почти справились. Почти справились. Здесь, видите, нужно именно наискось. Да если не наискось, то ты погибаешь. Так, я думаю, что я перепрыгну. Да, ребята, справились и здесь. Хо-хо-хо, отлично. Так, это мы обе тоже выполнили. Что, получается, я все обе уже выполнил? Так, это я... Октобер портал. Заходим. За 15 тысяч скопов, я понимаю. У-у-у, какие-то кольца. Ага, к кольцам дотрагиваться нельзя. И как мне теперь проходить их? Как мне теперь проходить... Как мне проходить со своим прыжком, ребят? Понимаете, что это... Почти невозможно. Это невозможно. Боже, не покупайте прыжок, не покупайте скорость бега, потом будет у вас проблема. Типа, выбирай либо налево, либо направо. Слушайте, я выберу налево, мне кажется, здесь будет легче для меня. Именно потому, что я очень высоко прыгаю. Так, хорошо. Сюда. Шарик, нужно где-то на шарик попасть сюда. На этот шарик. И я прошел. Ха-ха-ха, все прошел. Ребята, все обе пройдены. Я большой молодец. Теперь могу себе разблокировать какой-то конус. Вот, к примеру, нет, демонский. О, на 150 тысяч. Мне этого будет с головой достаточно. Мне 20 тысяч, в принципе, хватало. Смотрите, какой прикольный демонский. Вот это да. Мороженка у меня тоже, по идее, максимальная. Флауэр, да, демонская мороженка у меня. Конус тоже не максимальный. Третий с конца. Ну, и нужно нафармить еще 50 биллионов нафармить. На все это дело, но теперь я могу фармиться просто как бешеный. Так, в обычную зону мы, в принципе, можем с вами теперь не ходить. Фармиться только здесь, хотя нет. Я вот этих вот токенов нафармил максимальное количество. А вот обычных коинов мне теперь нужно фармить очень и очень много, ребят. Просто еще 50 биллионов.
Кстати, за момент съемки, возможно, у меня сместили, да, уже сместили на 9-е место, понимаете, 9-е место. Как быстро все происходит. Так, мы здесь все купили, здесь мы все прошли. Интересно, как я могу пройти джунгл-портал с новым прыжком? Смотрите, смотрите, как теперь проходится все это дело. Так, здесь я переборщил даже, слишком перепрыгнул. Теперь все очень просто, на самом деле. Все очень просто, не падать. Нет, видите, все равно упал. Давай, я же смогу пройти его с мега-прыжком. Тут теперь нужно, знаете, рассчитывать эти всякие прыжочки. Так, где-то вот сюда. Тут я могу сразу наверх запрыгнуть. Сразу вот сюда, вниз. Побежали. Так, ай-яй-яй. Я уже головой здесь бьюсь, просто все, что можно. Да, легко стало, легко на самом деле. Но если у вас нет... В смысле, мне дали еще коины, что ли? Но если у вас нет скорости бега, вам тоже будет легко. Фармить коины обязательно нужно вот здесь. Просто становитесь и вот так вот фармите. Кстати, здесь цена в два раза дороже, ребят. Здесь цена в два раза дороже, чем вы будете продавать в этой тележке. Даже если вы пойдете в вип-зоны, хотя странно, что в вип-зоне, по идее, должно было быть подороже. Можно сравнить, смотрите, я за один... Так, стоп, много. Вот, за 275 я получаю 302 тысячи, правильно? Так, проверяем, 286, ну, примерно вот так вот. Выходим отсюда и фармим здесь же, 307 тысяч. Еще раз фармим, 318. Но если мы пойдем в этот замок и будем в этом замке стоять продавать, то мы с вами за один заход получаем 587. Дальше 635 за один раз, понимаете? Разница. И стоите вот здесь вот фармите, я здесь полдня стоял, фармил, набрал столько скупов. Но мне еще предстоит 50 биллионов. Ребята, все еще в ваших руках. Набирайте 3000 лайков, мы с вами покупаем топового питомца за робоксы. Также я, скорее всего, насобираю еще 50 биллионов. Не знаю, сколько мне это будет стоить. Но мы с вами обязательно это сделаем. На сегодня я буду заканчивать, ребята. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик. А с вами был, как всегда, ваш Робзик. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова.